Мам, мне правда нужно в туалет. Ой, Ирос, там ходят тикрышим терять. Ну вот, тебе опять приспичило. Я сказала тебе сходить в туалет в кофейне. Я не пошла, Дима. Кафеде кирпчик деп айткан едим сенге. После того, как там был дядя Стю? Серьезно? Ты видела, сколько он яиц съел на обед? Сёма кидан кейма? Ростам ма? Ништя тхум едянына кордингиз ма? Боже. Хорошо, тогда потерпи до дома. Эх, да. Он да уйди чичи дептор. Ты уверена? Амин мусыз? Ладно, у меня есть идея. Какая? Ха, мен да бір фикер бағандай. Подыграй маме, сделай вид, что хотим купить этот дом. Она деньги ярдам берсен. Бу уйны сатып алмақчы дей боламыз. О, Витоль сам был дома? Я спросил у своих родителей. Там много сахара, так что... Хорошо. Ойнен сорапкор шакарикоп. Шунучун, мумкин микен? Якше. Вау, вы такой высокий, почти как Франкенштейн. Боингис Франкенштейн дек балантекен. Ты про монстра Франкенштейна. Франкенштейн — это доктор. К твоему сведению. Франкенштейн махлук хакада. Я приобсам, а следову халиге доктор букен. Прикольные куклы. Ну, они не мои. А чё, и кугурчок ларикен? Улар, меники эмас. Они принадлежали моей маме. Разумеется. Ойымны кугурчоклар. Альбатте. Ой, а что с этой не так? Бонусы были на маболяде. Я не знаю, но они очень хрупкие, так что давай не будем их трогать. Ладно? Оу, малыш не хочет делиться куклами. Прошу прощения. Я понял. Болекей, курчакларны кызгон яптымы? Вы один из тех парней. Ты о чем? Не знаю. Себя спросите. Вот ты где. Привет, мам. Вы ты Франкенштейн, правда? Мне... Макс. Мне очень жаль. Нет, он не похож на Франкенштейна. Макс, у Франкенштейнге охшемейте. Он похож на его монстра. I'm sorry. Простите, он вас побеспокоил. У он махлукге охшейте. А, кечересес, у бошингизны ордуби бардым? Нет, он отличный парень. Бардым? Айо, яхши болей екен. У него бывает. Ой, это Шнайдер Киндер? А, яхши... А, Шнайдер Киндерны курчоклары ма? Я видела их на сундуке сокровищ, выставке антиквариата. Обожаю это шоу. Мен уларны хазиналар сандыгыда эски ойынчоклар томашасыда көрген эдим. Бу шоуны жудаям яхшы көрардым. Одна пожилая женщина купила его на гаражной распродаже примерно за 10 долларов. Бир кары аял йойма базардан 10 долларге сатып алган эди. А оказалось, что он стоит 5000. Кейинчелик билса, нархы 5000 доллар экен. Ого, 5 штук за уродливого фарфорового малыша. Ого, шо бадбашара балеке 5000 доллар турады ма. Мне за настоящих и половину не дали. Менің балларым чим бунче берешмасты. Да? Думаю, нам пора. Менім чекетшіміз керек. О да, поскорее бы сходить в один туалет на 9 братьев и сестер. Ха? Тора это сазальбатта. Адам толя уйымызге кетшіміз керек. Максвелл Йохан Мерсер, что с тобой сегодня? Максвелл Йохан Мерсер. Всем бля, нама болепты буган. Эрл Эллен Мерсер, угадай. Эрл Эллен Мерсер, нама дебойлайсис. Слушай, как насчет того, чтобы мы справили Рождество в Токио без тебя? Отличная идея. Токио да байрам на сенсиз нишан лашим изген нама дейсан. Аджойпкер. Ставлю с тобой бабушку. О да, бабушка. Будешь ложиться в 6 вечера и помогать ей с купанием. Бувинг блян колдраман онда. Ха-ха, буджаным блян. Идишлерни юб сот алтыда ухлейсан. Звучит великолепно. Где подписаться? Зорфкер,
Хайерге койкоишим керек. Никакого Макдональдса. Что? Мама! Макдональдсны унутшинь мумкин. Ну ма? Хайе, Макдональдс... Нельзя обещать Макдональдса потом вот так. Макдональдс кальбашки вады бергенсис. Какой ужас! Ишляр чаток, хана? Оу, то, что надо. О, там и гепьёк. Милый, все домой, в машину. Вольда. Вольда, юр, кеттик. Прости, что набросился на тебя. Просто я не понимаю, почему мы должны жить со всеми нашими родственниками. Кайтарганым учун кечирин, лекин мен битэ нарсаны чумаяпман. Неге хама карындашларымыз билан яшашымыз керек? Рождество ведь. Верно. А Рождество семейный праздник. Ахыр байрам ку бугун. Тур это сан. Янги ил ойлави байрам. Даже если все, что они делают, вызывает в тебе бешенство и злость. Потому что в этом смысл Рождества. Ну что, Маккензи, думаю, мы... Кана Маккензилер! Я понимаю, что вы хотите продать дом как можно скорее, но думаю, серьезные предложения будут после праздников. Да, но не думаю, что они купят дом. Ха. Лекин, улар сотып олмайды. Дети дома. Что такое? Почему мы боимся детей? Болалар келишти. Нима болды? Мы не сказали им, что дом продается. Привет. Салам. Привет. Привет. Я думала, вы позвоните, когда фильм закончится. Салам. Фильм тугеса. Кумурок лесизлер дип ойлапмыз. Нет, мы вызвали Uber. И все хорошо? Йок, без такси чакрдык. Хамасы джойдам? О, я? Да. Да, я просто задумалась. Тут отличное место для размышлений. Альбатта, мин хайол сурб колдам. Бу хайол суруш учун яхши джой экен. А вы кто? Я... Это Кевин? С кем сэс? Мин мы... Бу Кевин. И он... Он... Я личный тренер, да-да. У... Алиге... У... Мин Мурабиман. Я буду тренировать вашего дряблого папу. Мин сюяге тахта отангизны шоуландраман. Шарики? Это чтобы поздравить его с первым шагом. Поздравляю. Шарлер. Булар отангизны бринчи кадамы билан табриклаш учун. Табриклейман. За собой следить нужно. Мы избавимся от этого желейного живота, папаша, я прав? Уберем этот животик. Солыхны ойлаш керек. Біз бу кетті корындан яхында халос боламыз. Торыма, торыма, торыма! Я пойду, пожалуй. До скорого. Майлы, мен кеттім. Джош, можно мне? Нет. Пожалуйста. Нет. Джош, мне гамбер? Йок.
Ильтимас, йок. Пожалуйста, один разок. Макс, убери эту хрень сейчас же. Йок, ты дэм. Ильтимас, бармартагина. Макс, бларну хозрох ягиштар. Прости, пап. Я наступил на Лего. Это ужасно больно. Кечеринг, да-да. Лего на басвалдам. Чудорец. Хогель, мен ютта. Я выиграю. Я понимаю, что наш рейс был отменен и перебронирован. Мен чундам. Бізді рейс бекор қылынген. Вақайта рухаттан өткен. Проблема в том, что вы разделили нашу семью на два разных рейса. Муамма шунда ке бізді ойламызны икті рейске болып койшты. Простите, можно погромче? Здесь очень громко. Кечера, сіз бәлін тұрақ гепірін? Бұйыр жүдейам шоқын. Тебе меня никогда не поймать, придурок. Комбот, какой сейчас год в Японии? Комбот, озер Япония до кайси ель? Ребята, кто постоянно переставляет его на немецкий? Ким хардуем уна немецлига узгартер поэверарген, а? Комбот, найн! Найн! Ребята, это не игрушка! Комбот, найн! Найн! Болалар! Нет, нет, стойте, прекратите! Хомбот не игрушка! Пасклилер! Пас, хомбот! Меня достала эта хрень! Мы ведь не расскажем об этом Санте. Губи, фукат буну корбобаги айтма, майлима. Громче, говорите громче. Балендрох дяпри, ищтерма япта. Мам, я просто говорю, что вы должны посадить меня на один рейс с детьми. Мам, мен ва болаларны бір рейске койшингизны сорайма. А я сейчас вы получите. Мам, Макс, прошу, ты не единственный в этом доме. Макс, Макс, халак берма, буйда факат сен эмассан. А жаль. Не заставляйте меня бегать, у меня тендинит. С дороги, Макс. Афсус. Мені үйгүрішке мәжбур қылмайын, ілтимас. Менге мүмкін емес, елден қачмақ. Хватит. Так, ты себе шею сломаешь. Посмотри на свои чемоданы. Что это было? Металлоискатели? Прости, но разве это не круто? Окей. Так, мы пытаемся продать дом, Джефф. Ты сам сказал, что это единственный вариант, поэтому помоги мне, хорошо? Узингиз эткенсиз бу ягона юлимиз деп шунге менге ёрдам беринг ахир. Я знаю. Я знаю, просто сегодня я понял, что... Блеман. Блеман, лекин... Бугунчундымки... Это не нравится. Думаешь, мне нравится? А вы... Я всегда думала, что мы постареем в этом доме. Менге бу... Йокмас экен? Менге йок япты деп ойлайапсызма? Мен хардоим шу уйде яшаймыз деп ойлагендым. Но ни на одну мою зарплату мы не потянем. Да, но я потрясно прошел собеседование в IBM. Лекин факат мені ойлагим бізге етмейді. А, леки мен IBM-ды ажайып сұхбаттан унткен ман. Потрясно? Потрясно. Но это было 3 месяца назад. Ажайып. Ажайып. Бу учой алдым болген нәрсе. Любой хорошей компании нужен менеджер по переносу данных. Барчо озен хурмат қылген компанияларге малымотлар білен яхши ишлейдеген мутахасис керек. Окей. Я бы не доверил алгоритму перенос базы MySQL на новый сервер без контроля со стороны человека. Мен бұдай масулиятты вазифаны оқымаган ахмаққа ишонмастым. Очығын айтаман. Все в облаке. Облако. Хаммасы бұлытта. Булют. Так что мне нужна твоя помощь, хорошо?
Menga yordamingiz kerak. Maylimi? Блин. Как я скучал по снегу. Привет. Корни сорнгали дам. Что ты тут делаю? Мы прилетели пораньше из-за снега апокалипсиса. Клиентман? Ланата корса баб олдеррах келдик.